vidi, će li je na Turin. Da, da, da. Это, в принципе, или разница. Начинаем Брамс, если знаешь, Брамс это уже. Точное количество раз, я думаю, что больше 400. На самом деле, каждый раз, когда я выхожу играть эту музыку, у меня такое ощущение, что я играю ее в первый раз. Вы знаете, вот японские залы, это, конечно, что-то совершенно удивительное, потому что в каждом городе есть вот примерно вот такой зал. 3000, 3500. Знаете, производит впечатление огромного, так сказать, какого-нибудь дворца съездов или ДК культуры, как у нас, такие тоже строили огромные залы, но самое главное здесь акустика, понимаете, акустика это самое важное, что должно быть. Я всегда говорю, что перед стройкой мы должны написать вот такими огромными буквами акустика, понимаете, вот здесь я хлопну, вот, понимаете, и вот на самом последнем ряду галерки слышен вот этот хлопок, причем даже если я сделаю вот так, и совсем вот так, там будет все слышно. Вот. Несколько слов о этом рояле. Которые я здесь пробую, это абсолютно новые Yamaha. Знаете, что с Yamaha у меня связана давняя дружба. Это, смотрите, здесь значок SCFX. Это совершенно новая модель. Я преклоняюсь перед людьми из этой корпорации, потому что они постоянно находятся в поиске, в звуковом поиске. И этот рояль абсолютно новый. В плане звучания, особенности на очень мощном нюансе, они заполняют даже такой огромный зал, как NHK. Вот, и мне кажется, что вообще вот такой фанатизм, преданность своей работе говорит о том, что в Yamaha есть огромное будущее. I called him about 2 hours. Держать раньше, вы знаете, что я выиграл конкурс Чайковского играть. Это тоже на Yamaha, здесь, на видите, там. Because I don't know about 7 o'clock. I think before if you go directly from here. Много лет работал с Станиславом Рихтером. Yeah. И об этом я тоже отдельно расскажу. А сейчас я пошел уже переодеваться, потому что вечером концерт. До связи. Всего доброго. Сайонара. Рейпилупо. Так довольствие. Молодец. Спасибо. Брависсимо. Thank you so much. Ah, fantastic. Best wishes from Valery. Yeah. Just which one? It's Ginsburg. Grigori Ginsburg. And me a little. Fantastic. Thank you. Dressing room. Yay. Stop. Bravo. Like? Very much. Like? Very much. Okay. Сегодня 18 февраля. Заканчивается мое небольшое путешествие в японскую столицу. Токио. Потрясающая страна, потрясающий зал, потрясающий оркестр. Фантастический дирижер Назета, оркестр NHK, зал NHK. Я очень рад всегда гастролировать в этой стране, потому что здесь уникальные традиции культуры и
залы, конечно, просто феноменальные, публика очень культурная. Мне даже вот эти три дня, которые три дня сумасшедших в Токио, они всегда такое ощущение, что я был здесь месяц. Вот. И очередной концерт Чайковского, который я сыграл 300-400 раз, я не знаю. Я получил огромное удовольствие от общения с этим оркестром, с этим дирижером. Вообще Япония после того землетрясения, которое произошло год назад. Конечно, я поражаюсь удивительной стойкости, как вы знаете, фантастического мужества нации. На самом деле, я очень люблю Японию и переживал, так же, как и все наши люди, после этого ужасного цунами. И я могу сказать, что страна пережила все очень с большим мужеством. И я безумно рад здесь присутствовать. И могу сказать, что увидимся с вами уже послезавтра в Лондоне. У меня концерт в Лондоне с симфоническим оркестром маэстро Гергиев. Будем на связи. Вообще, мне очень нравится эта вся история, которую мы задумали с видеоблогом. Спасибо и сайонара.